Дорогие коллеги, от имени ученого совета, коллектива и всех студентов университета ИФМО поздравляю университет Вайнгарта с днем рождения, с 50-летием. Сегодня университет должен заниматься не только фундаментальной наукой, но и вкладывать свои результаты интеллектуальной деятельности в конкретные разработки и промышленность. Я уверен и надеюсь, что таланты ваших преподавателей и студентов находят применение в конкретных разработках и цены как для общества, так и для промышленности. Желаю вам успехов, творческих побед, научных достижений, талантливых студентов и крепкого здоровья. С праздником!